Дорогие отцы и священнослужители, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Мы вспоминаем событие, которое изменило ход человеческой истории, и Сын Божий, Сын Девы является, по слову песнопений, которые мы сегодня слышали. Действительно, надежды и чаяния людей обрести свободу от греха, проклятия и смерти наконец исполнилось Боговоплощением. Сын Божий принимает на Себя человеческое естество, и тем самым грех изгоняется из человеческой природы. Бог берет на Себя грех мира и через жертвенное служение спасает всех нас, и тех, кто были до Христа, те, кто жили при Нем, и те, кто будут жить и после нас. Господь Своим служением Небесному Богу Отцу, Своим послушанием пришел в этот мир и соделал спасение всех нас. Но вот эта первоначальная точка отсчета начинается с благовестия Архангела Гавриила Пресвятой Богородицы, и в этот момент Благовещения Дух Святой сходит на Пречистую Деву, и в ее утробе воплощается Сын Божий. Мы благодарим Господа за Его великое милосердие и любовь ко всему человеческому роду. Завтра, дорогие мои, мы совершим Божественную Литургию. Богослужение начнется около 7 часов утра. Будут прочитаны часы с псалмами постными. И в 8 часов начнется Великая Вечерня, которая перейдет в Божественную Литургию святителя Иоанна Златоуста. Я всех вас приглашаю, особенно тех, кто готовился, сегодня уже поисповедался. Завтра причаститься святых Христовых тайн и соединиться с воплощенным Богом, который ради нашего спасения соделал великое немыслимое чудо, которое никто из существующих в этой вселенной не мог и предположить. Ну а по окончании Божественной Литургии мы по обычаю выпускаем голубей, и вместе с этим вам приготовили птичек и печеных, которых можно будет в благословение взять с собою и тем самым возрадоваться еще и еще больше о радости небесной, которая дарована теперь человеческому роду. Я поздравляю вас с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, благословляю вас общим благословением, ибо на средине храма продолжает лежать крест для поклонения всех нас, верных чад Божьих, и принимайте благословение от креста Господня. С праздником всех вас! Храни вас Господь!